Привет, привет, Хода, привет всем, кто только присоединяется. Я надеюсь, меня нормально слышно. Да, я все-таки планирую сегодня допройти этот злосчастный стражник галактики. Не знаю, что-то как-то так совпало. Ой. Ой. Спасибо, Вить, большое за поддержку. Привет, привет, спасибо огромное. Неужели финал? Я тоже, я не знаю. Я не уверена. Я уже ни в чем не уверена, просто ни в чем. Я реально, я не знаю, как так все вышло, что у меня то самочувствие фиговое, то еще что-то, то еще какие-то обстоятельства. И вот полтора месяца спустя, возможно, мы пройдем игру, но это не точно. Я сегодня, правда, вообще тоже. Я себя заставила, я себя пересилила просто сесть за комп. Я даже за компьютером-то не сижу уже хреново тучу времени. Я чувствую, что я уже старею. Старость. Дроп, финал, дроп вообще всего. Это единственное, на чем я хорошо специализируюсь, это на дропах. Реально, я просто очень хорошо дропаю. Если, не знаю, когда буду устраиваться на новую работу, мне скажут, вот в чем вы сильны, я скажу, я сильна в дропах. И все, они такие... Все, берем тебя. На зарплату 1 000 000 рублей в сутки. Ну что, как ваши дела? Дропали ли вы что-нибудь за то время, пока меня не было? Оля, Амазон, кайф. Ну, в прошлый раз я реально хотела допройти игру, но там обнова какая-то была, мне пришлось Mass Effect идти. Ля. Амазон, кайф. А чем заболел? Что такое? Надеюсь, не короной? Я надеюсь, не короной? Вон, Витя вообще молчит. Наверное, уснул. Насморк и горло першит. Ну, короче, не хочу ничего нагнетать, конечно. Ну, насчет насморка не уверена. Но когда я заболела короной, самое первое, что у меня началось, это горло першить. Ракета, скажи, что мы уже почти на месте. А, так. Сейчас надо вспомнить, как играть. Я забыла, как играть эту игру. Сейчас, нормально, разберемся. Ну ладно, хорошо, что у температуры нет. У меня вроде у бабуль тоже не подтвердилось. Я так испугалась, короче. А, ну вот, да, это действительно тупик. Да. Мам, там Майя, а чё? Я... Блин, я забыл, что у меня вообще тогда... Ща, я буду, короче, очень долго тупить. Деградирую. Как вы понимали, я не знаю, я вот вообще... Вроде мне есть выходные, но постоянно чем-то по дому занята. И прикол в том, что вот мы уже с родителями, я не знаю... Все, собираемся что-нибудь вместе посмотреть, так никак не можем. Ну уж не говоря про королевство. Витя тоже спит. Он тоже в чате, он просто не отсвечивает и спит. Так что я просто сквозь сон с ним тоже общаюсь. Да, вот еще у меня отлично получается усыплять людей.
интересно, это можно как-то тоже суперскиллом каким-то называть? Меня скажи, что осталось немного хода. Четырнадцатое. Знаешь, я все-таки надеюсь, что я игру допройти. Реально допройти. Изи. Ля какой. Финфанфу. Рыжие женщины, они все добрые. Ляйпик. Ляпик впереди, да? Слышите? Это был такой... Хардкор? Сейчас, погодите, пердёж слышу. Лучше как придет. Ну, музыка громче, голос это нормально, потому что у нас там были настройки. Я музончик слушал в игре. Не знаю, у меня в последнее время... Не знаю, есть ли тут... Подхода, ты метеозависимый или нет? Надеюсь, что нет. Потому что я прям очень метеозависимая. А у нас, короче, в последнее время прям очень какие-то сильные перепады погоды. Очень прям сильный перепад погоды. Я прям мега чувствительная к этой фигне. Зайду тебе реально. Реально завидую. Здорово, что твой плеер нашелся, Квилл. Так ведь ты его в космос и выкинул. Ну и что? Ничего же не случилось? Я с моей прям... психикой случилось. Я разберусь. Опять в дыру. Класс! Тебе нравится дым. Черт, гигантский робот. Ненавижу их. Я даже не уверен, что это робот. В каком смысле? А летучка нам доступна, да? Она идет от души! Похоже, Фум нас уже простил! Нам нужна передышка! Квилл, управил на неприятности! Ладно, давайте летучку сделаем. Народ, летучка! Мы будто уже несколько циклов деремся! Не знаю, сколько мы еще выдержим. Блин, только начали драться. Она права. Мы с Грутом уже едва-едва на ногах-то держимся. Надо уходить. Это как я, короче, такие же старперы. Да, понимаю. Мы деремся уже целую вечность. Но нельзя отступить, это неправильно. Потому что мы стражи галактики. Кто победит в бою? Мы! Кто со мной? Повеселимся! Да! Не бивай! Тут реально надо быть звукорежиссером, потому что такая ну, музон классно. Эти фанатики понимают лишь язык силы!
нами по пенью! Отпусти ее, или будешь иметь дело с разрушителем! Блин, скоро же новый сезон Ведьмака выходит. Кулаками. Ну мужика, ай, бля. Ну мужика, ну мужика. Сразу видно, кто специалист. А, ну, зон будет другой. Слушай, мы ждем. Клинки и шарш тут кровь. А в этот раз они переобулись. Я хочу ворваться в толпу и оставить после себя гору трупов. Ярость мешает вам понимать, что происходит. Если не обуставите ее, то погибнете. Поэтому мы не пойдем в лоб. Действуя разумно, мы сокрушим их. Кто со мной? Да утро-то подошло. Держится с ними разобраться. О, классный мулон. Без разницы, вообще желательно до 12 утра пить его. Лучше переносится. Ну, поздновато. Вообще лучше до 12 утра. Он лучше усваивается утром. Все кайф, все кайф. Ну, в принципе, тебе, если... Если ты болеешь, то витамин С надо бахать. А как дозировка? Нет, дозировка витамина С. Сколько миллиграмм? Должно было написано быть. Так они ж разные бывают. Есть там 250 миллиграмм, а есть 1000. Вот вообще рекомендую там вот 700 миллиграмм принимать в день. Ну. А вот кальций D3 там тоже типа вообще легче принимать именно D в каплях. Потому что вот в кальций D3 там недостаточно количество витамина D. Там больше кальция. Там этот Аква D3 есть в капле. Я вот в капле принимаю.
на этих глупцов! Давай, Костя! За мной должно! Что дальше, Питер? Ну, вообще, рекомендуют его. Витамин С это у нас никак не вырабатывается в организме. Вообще, его рекомендуют пить там. Ну, явно лучше трафлёса, классно. Надо себе тоже купить попить. Но не того витамин С. Что внутри этих штук кто-то есть. Я видела вещи постраннее. В любом случае, они жуткие. Пошли, ну, ну глаз затекло. Не мешайтесь! Если мы выживем, то нам стоит пригласить леди Хеллбендер в нашу команду. Да она на нашем корабле не поместится. Она ростом с 3 квиллов. С 1.5 квилла в лучшем случае. Одна лишь ее броня весит как 6 квиллов. Знаете, а давайте проголосуем. Кто за то, чтобы пригласить леди спортивное трико? Ня! Конечно, я за, ты шутишь. Она просто офигенная. Вредная, но офигенная. Я не шучу. Грот против. Значит, у нас 3 против и 2 неправильных голоса. Против больше. Это справедливо. Я признаю поражение. Не ожидал. Удача на нашей стороне. Нас не засосало в смертельную бездну. Если Рейкер не отключит гравитацию. Будем надеяться, что он для этого слишком занят ритуалом. Мы уверены, что Ворлок на противоположной стороне. Ага, пока мы идем вперед, мы идем в нужную сторону. Мы нашли нашу цель. Мы здесь не погибнем. Говорю то, что там не в миллиграммах измеряется, а в МЕ, вот этих вот единицах. И при дефиците витамина D рекомендуют принимать 10 тысяч единиц в день. В одной капле 500 единиц. 20 капель где-то. Это при дефиците. Я слушаю интуицию. Можно леди Хеллбендер присоединиться к нашей финальной битве с Магусом? Думаю, рук у нее на все не хватит. Зато какие руки! Большие, сильные. Да, да, мы поняли. Ну, в таблосах там... В таблетосах есть, но именно витамин D. Там есть таблетки вот 2000 единиц. Хотел бы я конфисковать этот корабль. Он, конечно, требует ремонта, но оно того стоит. Это же сколько краски. Багов нет. Извести. Я буду скучать по Каме. Тут для нее подошло. Привет, Мэлла. Класс. Угу. Класс. Короче, вот, да. Он больной, да. А ты, Мэлла? А ты не больной? Такого я не ожидал. Удача на нашей стороне. Нас не засосало в смертельную бездну. Бля. Если Рейкер не отключит гравитацию.
Будем надеяться, что он для этого слишком занят ритуалом. Мы уверены, что Ворлок на противоположной стороне. Сука! Пока мы идем вперед, мы идем в нужную сторону. Гребаные баги, гребаная игра. А если погибнем, то отправимся прямиком в Вултат. Уточнение. Я отправлюсь в Вултат, а вы отправитесь в те райские кущи, которые верят. Но я спрошу, можно ли вам будет ко мне? А не, все нормально. Ты куда, Квилл? Я слушаю интуицию. Возможно, дядя Хеллбендер присоединится к нашей финальной битве. Да не боли. Думаю, рук у нее на все не хватит. Какие руки? Да, все нормально. Я думала, что я вернулась в самое начало прям. Хотел замашнить, все нормально. Вот я тоже какая-то... Ты как твои дела, Мэлла? Че нового рассказывай? Как Леди Хелл вообще объясняет своим тварям, на кого именно надо нападать? Наверное, тоже по факту. Прям ничего такого особенного не происходило за это время. Просто я стабильно фигово чувствовала, вот все. Космо, это ты что ли? Да, спасибо, Страж Галактик. Ты помог Космо стряхнуть с себя обещание. Он больше не бежит со змеей, думая, что это паука. И смотри. Паука. Привел забвение. Да, мы заметили. И семью. Скажите привет, щенки. Я рад, что ты вернулся, старик. Космо совсем как те мерзкие блохи. Думаешь, что избавился от него, а он тут хватит тебе за зза. Какой хороший пес. Нет, Космо лучший из псов. Мы покажем этим мозгоблохам, как надо кусаться. В атаку! Я понятия не имел, что на забвении есть такие лучи. Офигенно! Этот пёс держит лапу на кнопке с ядерной бомбой. Надо быть с ним повежливее. Это ссылка, да? Пес из СССР, который держит руку на ядерной кнопке. Точнее, лапу. Есть шанс, что в этой скале мы опять нос к носу столкнемся с великим объединителем. Тогда мы оторвем ему нос. У меня всего одна его рука. Я жажду пополнить коллекцию. Но в прошлый раз, когда мы... Чувствуешь, да, ссылку, Мэлла? А ведь спит. Мол, ты имеется зависимый или нет? О, мой человек. Я тоже. У нас, короче, тут в четверг был минус 7, а в пятницу плюс 3. Как тебе? Знаешь, как я себя прекрасно чувствовала в этот момент? Хотела постримить. А так кайфанула люто, просто жесть. Да, да, это такой трэш просто. Я не могу... Я как... Медведь, который в спячку впадает и отдуплиться не может. Это вот я. Да просто трэш. Да вроде мне типа не тысячи лет. Даже не... Нет, наверное, тысячи все-таки.
Короче, мне прям очень тяжело. Мне прям... У меня был выходной, и было ощущение, как будто я этот выходной просто просрала. Потому что я сначала проснулась 9:30 с собакой гуляла. А потом я легла спать и проснулась в 2 часа. И было настолько просто какая-то отбитая. Морм выжила. Это было нечто! Достойно сказали! Эй, сигнал тут куда сильнее! Мы уже рядом! Приспешники Рейкера не сдадутся без боя. Так же, как и мы. Мы пришли за Адамом Уорлоком. Приведите его сюда, и мы от вас отстанем. Тебя не слушаем. Во-во, ты такой просто... Блин, голова что-то болеет, прилягу ненадолго, просто вот чисто подремать. А у меня бывает такое, что вот я, например, перед стримом могу, если особенно там после работы, могу на полчаса прилечь и просыпаюсь, а у меня, короче, ну, глаза не фокусируются. Вот это вообще тоже, типа, отдельный вид крепоты. Это вот недавно началась эта тема, хрень появляется со мной. Видимо, со старостью приходит. И я помню, как я в первый раз пересрала, когда просыпаюсь, а я не могу... Беру телефон и не могу прочитать, потому что у меня все расплывается. Я тоже... Я отлично ночью сплю, я тебе так скажу. Ну, если скаты меня не будет. Бывает, будет, но, как правило, не думаю. Я прям не знаю, мне кажется, какая-то проблема со здоровьем. Если ты постоянно хочешь спать. Это проблема явно, значит. Организм о чем-то сигнализирует. Они не пытались бы нас остановить, если бы побеждали. Гамора! Сотри их, хорошо! Это уже совсем не похоже на тюрьму, где держат Уорлока. Рейкер не врет. Мы на верном пути. Сражаются с новой силой. Не хотят подвести своего башка. Короче, не знаю, наверное, это все-таки тоже такая же хрень, как у меня у тебя мало. Постоянно, вот знаешь. И постоянно такая, как это чувство усталости. Я вот вроде сегодня не работала, да, а не чувствую себя отдохнувшей. Это слово совсем. Вот еще, как бы, побочка вируса Эпштейн-Барра, которым болею. Они продолжают наступать. Сигнал идет откуда-то из глубины шахты. Вообще-то этот вирус Эпштейн-Барр, может быть. Он же воздушно-капельным передается. У меня он до сих пор лимфоциты просто в жопе. Конкретный. Даже не верится, что вся эта цирк возникла из кучки шахтеров. Мы уверены, что Хеллбендер нас не подставит. Невозможно! Она человек честь! Вам, мужикам, везет, знаете почему? Это то, что я ходила сегодня к врачу, к самому эндокринологу. Знаете, когда смотрят на твой возраст и спрашивают, ну что, когда рожать? И ты такой, типа, чего рожать? Такое рожать? Да нет, вас не спрашивают, когда рожать. Я так хотела сказать, никогда. Можно никогда? Такой огромный робот может немало вытянуть.
еще почему-то, я не знаю, то ли ремонтом его врача в кабинете, то ли еще что-то. Почему-то она принимала сегодня в кабинете детского уролога. И просто там был Лора рядом кабинет, и меня спрашивали, вы к Лору? Я такая, нет, я туда. И мне кажется, это очень кринжово, типа, люди смотрят, типа, идет к детскому урологу, кайф. Лайк, если... Да, не депрессуешь, не депрессую. Спасибо, приятель. У меня столько крутых игрушек, которые я хочу опробовать! Ой, ой, мистер Сарк, что-то мне нехорошо. Действительно нехорошо, мистер Старк. Вообще нехорошо. Вот, понимаешь, у меня сейчас такое состояние, что, в принципе, если бы тут была кровать, я бы, наверное, отрубилась бы сейчас на изи. Блин, случайно он. Сейчас мы звон послушаем. Победа будет нашей, друзья, если их не станет больше. Если станет, мы ответим молниеносно, ударом с тыла. Если кто-то помимо меня и Вити пользуется еще контактом, то контакт баганул, и там в приложении показывает это... А. Короче, и там показывают, что сегодня за сегодня 332 тысячи заболевших ковидом в России. Не нужно слишком много думать, но нужно сосредоточиться. Так, мы их уделаем. Кто со мной? Умрите, нет! Так и есть! Мощно! О! Ха-ха-ха! Вот опаска забавно говорить! Я что-то не горю желание его вкусу! Хорошая песня. Калпендер могла заманить нас в ловушку. Я бы так... Не залету сонной вод. I want to sing it note for note. Don't worry.
ведь жив еще. Церковь похитила золотого бога. Мы его освободим. Вы сами сказали, Адам Уорлок единственный способен это остановить. Прекрасно. Мы приступим к истреблению сил поддержки. Пока. Не медлите, стражи. Там незначительная преграда. Ступайте. Вы увидите весь разрушительный потенциал корпуса Нова. Звучит здорово. Это весь разрушительный потенциал, да? Да. Be happy. Don't worry, be happy. Слушай, но мы же их убедили. Воспользуемся этим. Что за злобная колотушка? Этот робот встретил свой неспротивый конец. Теперь музон тут громкий, но я уже задолбалась режиссировать. И что дальше? А. Сейчас я перевезу транспорт до золотой жопы. Главное, держитесь покрепче. За дроны, не за жопу. Блин, сейчас бы в Mass Effect, да? Скоро. Скоро мы вернемся, ребят. Великий объединитель. Всем лежать. Пришел покарать побежденного пленника. Наказать за низменность Энида мыса. Закрой уже свой рот. Вижу цель. Не надо. Мы не можем сейчас рисковать. Ты явился сюда прямо перед нашим вознесением. Ради чего? Снова хочешь все у нас отнять? Я? Что отнял, ответь! Мою веру! И не только мою! Ты бросил свою паству! Ты бросил нашу с тобой церковь! Убедил нас, что наш бог мертв! Мы лишились тебя и надежды на восстановление! Я думал... Ты обещал мне сына! Я обещал облегчение... Ты обещал мне сына! Звучит неоднозначно, сын. Расчетов полно, признаю, но... Своё сумасшествие ты создал сам! Хватит! Довольно! Истинно божественный сосуд ждет, а ты лишь шелуха, лишь бледная тень. Но даже ты... О, привет, Нон! Послушай, прекрати преступление! Рад тебя видеть. Чё не спишь опять в столь поздний час? Я, наверное, даже... вебку завтра подрублю. Стражи, порвите путы. Ну как? Ну да, не большая подрубочная, чтобы допройти игру. Есть выбор. Дай угадаю. Рейкер проворней показал себя, чем ты предвидел? Плохой путь поминать просчеты прошлые. Творение Таноса. Вдруг вредная вера вольется внутрь вовлеченной, вскормив вечного врага. Только через наши трупы. Мы остановим их все вместе. Правда? Правда. Что ж, народ, погнали. Идем. Время воздуха важнее. Да, это типа... Могу засунуть его обратно. Не соблазни.
Говорили же, это показывали. А, ну это, наверное, у других стримеров был в этот момент. Манифестация Магуса малоприятна. Его ненасытное нутро накинется на нас. Только если ты не сожрешь его первым. Примитивный маг. Следует стереть сущность давления на девочку. Но много ли останется от того? Да, это Тор. Золотый Тор. Если ее искра не истлела, то измучен и не ищет избавления. Это как сон. Дракс проглотил это обещание, но мы же его вытащим. Если бы не вы, я бы остался среди призраков своей семьи. Квилл, ты не забыл про конец света? Бежим! Алло. Ну реально похож на Тора, кстати. Радуйтесь! Вы пришли вовремя, чтобы чудо увидеть! Великий Объединитель! Заставьте их быть свидетелями. Охотно. Блин, какой у него стильный макияж, все-таки жесть. Хрень, чего вся заварушка началась. Это часть этого золотого мужика. Типа его гордыня, вот это вот все. Ля, леди Хеллбендер. Стала говной. Все стало говной. Mm-mm. А ты? Госпожа, вы должны терпеть! Исполните обещание! Мантис! Мантис, где же ты? Я освежаю тебя! Крот, попробуй! Ну да, он вроде как хайпанул очень. Питер! Питер! Спасем ее! Ну тут чисто по комиксам лор, не по фильмам. Ты меня слышишь? Ей нужна помощь, Питер! По большей части. Пап. Пап. Давай, подъем. Времени мало. Мы ничего не успеем. Мама скоро придет. Давай, вставай. Ники, что? Я поняла. Что-то все советуют, блин. Я, видите, должна королевство сначала. О, да ты плохиш. Ты плохиш. Неудивительно, что и этого так хочется. Мы кажемся такими счастливыми. Я скоро за тобой вернусь, крошка. Но сперва нам надо спасти галактику. Наконец! Помоги. Мама скоро придет, и надо все подготовить. Ники. Ко дню рождения! Сегодня! Блин, я помню, раньше можно было себе. Пап. Так. Пап. Я знаю, это прозвучит странно. Для мамы. Класс. Поможешь мне все сделать, как раньше манго стоила там по 200 рублей. Я в школе училась, могла спокойно там скопить, купить одну, один том манги. Ники. Mm-hmm.
Буду ли я тебе таким казаться, когда уничтожу этот кошмар? Пап, проектор! Чу. Хомяк, рождественский хомяк. Можно, в принципе, стрим в следующий раз провести на Рождество. Буду петь вам песни с таким вот войстюном. Опять? Слышно? Опять? А, ну вот, все нормально. Я говорю, с войстюном буду выступать. О, Карел. Вот бы ты была здесь. Да, Элвин и Бурундуки. Мне нужна помощь. Ты говоришь, что буду с этим микрофоном, как рождественский хомяк, вам петь. Непреодолимые препятствия, точно. Как бы мне достучаться до Ники? Вот так же буду, только похомячьи петь. Ничего из этого не кажется тебе знакомым? Не, мне с планеты тортов доставили. Да, это и в первый раз было странно. Я енотик Полоскун. Нет, я его Полоскаю да, свой. Подарок и проектор. Ну, понял. С днем рождения, Ники и Питер. Что мне делать? Нашел? Да. Положи к остальным. Да, вон там. Положи на стол. Ой. Пап. Ты там прикарманить мамин подарок пытаешься? Ну да. Хоть что-то из того, что я говорю, имеет какое-то значение? Мы вместе купили. Помнишь, мы гуляли на забвении, ей понравилась картина. Видно Крилар. Это моя любимая. Видимо, песня у него. Видимо, это ответ на мой вопрос. Ренотик. Остался только проектор. А где проектор? Оставайся здесь. Понадобишься, я свистну. Я енотик полоскун, полоскаю свою песню. Кошмар какой-то. Как заставить Ники очнуться? Где проектор, кто помнит? Проектор все еще барахлит. А где он? Где? Так, Ники, все это не настоящее. Конечно, нет. Там фокус сбился. Можешь подстроить? Я воды перепила, ребят. Надо отойти срочно. Признаю, это все равно очень круто. А здорово вышло. Я боялась, что не будет правдоподобно. Говоря о правдоподобном... Ага, это Хала... Сейчас, сейчас, ребят. Так, я здесь. Все. Снова могу жить и радоваться жизни. И ее звездная система.
И я все луны нарисовала. Красиво, Ники. Мы теперь можем поговорить? Вроде нет. Как тебе? Ты, похоже, по горло увязла в этом обещании. Спасибо, пап. Я тебя люблю. О, боже. Питер, открой дверь. Мама, я все проверю, а ты открой ей дверь. О, рад тебя видеть. Такие вещи творятся. Ники как в бреду, ни во что меня не ставит. Надо как-то на нее подействовать. Питер. Ну да, да, нам нужен план. Тебе, не нам. Да, я знаю, я накосячил к своему стыду. Питер. Но чтобы выпутаться... Я мертва, Питер. Да, но ведь... Не окончательно. Так? Библетумб. Твой голос. Ты звала меня? Я же вижу тебя. Ты видишь призрак? Не знаю. Часть меня осталась в камне души. Но сама я не существую. Мы все исправим, чтобы вернуть тебя... Сейчас она важнее всех. Помоги ей смириться с тем, что меня нет. Ты бы хоть сказала мне. Что именно? Про Ники. Ну, это... Ты, да я, 12 лет назад. Ох, Питер. Я посчитал. Ее обещание вранье. Да, я знаю, но все остальное. Верно? Ты со мной на Меркурии. Я же помню ту ночь. Я тоже. Но она не твоя дочка. И даже не моя. Кто она? Сирота войны. Когда я возвращалась домой, Совет Кри начал преследование нечистокровных. Вот этот поворот! Ники была такой крошечной. Я не дала им убить ее. Так я ей не отец? Нет. Прости, ты не отец. Фух, фух. Алименты платить не надо, кайф. Но все равно ты ей сейчас нужен. Ей надо жить без меня. Я говорил, не слушай. Ей придется. День рождения, подарки. Абсолютно все, что поддерживает в ней связь с этой лживой версией меня, всех нас. Кайф, отмазался. Заставь ее слушать, сломай иллюзию. Я не разбираюсь в тонкостях. Разберешься. У тебя нет выбора. Я знаю. И надо сходу прям, ты не моя дочь. Где мама? Это она мама? Тебе не мать. Она не придет. Конечно, придет. Это был Карлос. Сказал, что она задерживается. Значит, у меня еще есть время подобрать музыку. Уничтожу эту ложь. Пожалуйста, послушай меня. Мы можем поговорить после праздника. Собирайся, пора в детдом. Твоя мама не придет. Разрушил ложное обещание. Это все иллюзия. Хватит дурачиться! Она сейчас придет! Нет, можешь малыш. Проверить, что ко дню рождения все готово? Ну, хватит портить праздник! Ники, прошу! Нет! Не хочу слышать! Дай мне сказать, Ники. Не подходи ко мне! Разваливаем. Блин, я бы торт еще сбахнул. Эй! Ты чего? Прости, Ники. Нет! Я все исправлю. Ох уж этот бать, опять нажрался, все крушит. Хватит! Все портить! Мама придет. Это не по-настоящему, Ники.
Это все нереально. Ненавижу, ты мне не отец! Знаешь, такое Детка. Совпадение! Я реально не твой отец. Ты испортил все начисто. Мама бы вошла и... Я всего-то хочу ее видеть. Кто бы ни вошел в эту дверь, не твоя мама. Ты не знаешь. Я много чего тоже не знаю. Тоже тонко, блин. Как вовремя прикусить язык, как избежать ареста. Как утешить девочку 12 лет, которая от горя готова смести галактику. Но это... обещание... Я точно знаю, это развод. Ты здесь ни при чем. Я знаю, что ты чувствуешь. Боль, гнев. Нет, не знаешь. Верно, не знаю, но предполагаю. Смысл в том... Мне нет дела до твоего смысла. И твои советы мне не нужны. Ясно. Ладно. Хочу ее вернуть. Пусть и не взаправду. Я хочу, чтобы все было как прежде. И пусть придется печь этот абсурдный торт во веки веков и дольше. Лучше надеяться, что она вернется, чем признаться себе в обратном. И что... Это моя вина. Если б я не отвлекла ее. Если б я успела. Ты не виновата в ее смерти, Ники. Не нужно корить себя. Ей 12. Это правда, если б только... Это неправда. Тварь создала не ты. Не ты выпустила. Мама вовсе не из-за тебя там оказалась. Можно винить всех налево и направо, но прости, ты здесь ни при чем. Может, это она? Ты сама должна разглядеть ложь. Знаешь, я абсолютно... Тут прадедом самый веселый. Это не она. Это все скверная мерзкая тварь, что рвется поглотить всю галактику целиком. Ты же помнишь, мама? Она не была святой. Но не стала бы жрать галактику. Не важно, что я думаю. Это твое обещание. Только ты разрушишь его. Блин, как у вас там погода, кстати, ребят? У меня вот зима наступила, кайф. Тогда не знаю, как с этим можно. Я что, теперь вечно торты буду давить? Разрушать что-то успокаивает. У нас тоже вот вообще кайф. Но можно по-другому. Что ты делаешь? Еще на земле мама показала мне. Нужно зажечь что-нибудь. Помянуть человека. Дань памяти. Ну, все утром очень тупят. У нас такая же проблема. Это, конечно, не магия. И никого не воскресит, но... Знаешь, это типа жест. Брошенный в лицо чему-то очень плохому. Порой это все, что есть. Я никак не могу забыть тот лифт. Она злилась на меня. Что значит злилась? Скорее, заботилась о тебе. Эй,
что бы там ни было. Пипец. Ты не одна. Ясно? Блин, я единственная, что радуюсь, что мне до работы 5 минут пешком. Но кое-что я должна сделать одна. Для всех нас. Лен! Нет, дитя! Вернись назад! Не приближайся! Ля, что ты причесоном внезапно? Чма рыжая, как морковка. Не очень, мягко сказать. Видите, что бывает, когда перебарщиваешь с автозагаром, кстати? Мне как-то мама хотела автозагар заюзать крем, и она была вся в пятнах и не очень любила, короче. Вот блять. Это нам не пробить. Придется, или Ворлоку хана. Возьмитесь за фан-клуб Рейкера. Ой-ой, мистер Старк, что-то мне нехорошо. Знаете, у меня иногда какое-то желание бешеное опять перепройти Делом и Край. Не знаю почему. Мне кажется, раньше все баловались этим автозагаром. Да, происходит жесть. Третий, конечно. Да лучшая песня, она у меня даже в Spotify есть.
Блин, да, можно с моими стилями, можно, в принципе. Вот эти стили, блин. Нам так неудобно их было это. Шикарная песня, ну блин, реально, ребят. Да, наслышана о Декстере. Я тут человек, который не смотрел Декстер, ребят. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Моя дочь очень сильна, Питер Квилл. Жаль, она по пути не в Макова Рейдера. Радуйся, я рядом, здоровяк! Я в долгу перед тобой, Питер Квилл! Довольно! Блин, какой у него стильный мейк, это просто жесть! Монах из Дейл Мэй Край 4-го. Мне гораздо лучше, спасибо. Остановись! Опасность! Как? People falling.
Пустим его к тебе! И пусть маг! Я это не рассказал! Вывалится из него! Это поведение отчаянно! Мистер Старк... Это мне нехорошо. Ну тут тоже про веру все затирала, Рилли. Да, но я никого не нарезала. Наши удары не наносят видимого вреда. Радуешься, разбойник. Ты знаешь, что делать, ракета? Моя вера не дрогнет. Всем нам. Блин! Блин, думаешь, лучше начать знакомство? Мы прям разносим, Квилл! Ты видел выражение на их лицах, когда я обрушилась на них сверху? Сука, эти кнопки на геймпаде! Просто лол! Точно! Я удивлена, но сражаться с вами классно! Ха-ха, все так, да. Я понимаю, что в бою у нас все тип-топ. Мы их уделываем, и это классно. Но стоит расслабиться, потерять голову и начать выделываться прям в драке, то все. Кто со мной? Победа на нашей стороне! Да! Вам не словить! Невозможно! Ты обязан... Это проступает его лоб! Великий объединитель! Мы помочь тебе пытаемся! Брейкер, для этого мы... Классная песня, кстати! Отказывайтесь! Почему он их оставил?
Сосад! Ну все, опущен. Нет! 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 Прошу, нет! Мы почти у цели. Что с ее прической, жесть? Мне как-то раз тоже неудачно подстригли, ребят. Прошу. В школе еще. Такую челку отбитую просто сделали, жесть. Тебе. Нам обоим. Посмотри. Внимательно. Дитя мое. Ты сделала это. Ты вернула его. Фим-фам-фум. Блин, вот что бывает, когда девушка на несколько тональник, на несколько тонов темнее тональник наносит. Страшно. Это так и выглядит. Ладно, ладно, отдаем тебе должное. Идем? Нас ждут почитатели. Так же, да, так же был. Это же мужик, и что? Некоторые мужики тоже тональником пользуются, если что. Победили? Еще вмять как? Нам следует чаще спасать галактику. Я с вами. Обещаю, я не буду больше пытаться ее уничтожить. Хватит с нас обещаний. Мы заслужили славу. Давайте насладимся моментом. А что, все что ли? Где, старина? Нам придется составить множество. Я говорю, вообще, как же, когда женщина наносит. Наконец. Я не про него конкретно. Страж Галактики оказался. Позвав подмог. Мамочки, вы гляньте, какие малютки. Если стражу нужна работа, то у Космо всегда есть задание. Блин, псы крутые. Думаю, что прямо сейчас нам нужно пройтись. Ля, какая жопа. И твои друзья дохляки. Дама думает, я дохляк? Так-так. А это что за сладкая бомбошка в золотой обертке? Фу, гадость. Я... Леди Хеллбендер,
Мы скорбим о гибели твоих могучих питомцев и будем вообще помнить о них. Они погибли, защищая своих. Это славная смерть. Вы вернетесь на Сигнарф-9? Сперва нужно построить достойный дом для Фума. Иначе он пожрет все живое в моем мире. Если опять сбежит, позвоните нам. Обсудим расценки. Да, я знаю, он еще коммунист. Как мы и просчитали, Золотой Волк являлся ключом к уничтожению церкви вселенской истины. Верный вывод. Скажите спасибо, что мы не дали вам принять худшее решение в ваших жизнях. Дважды. Дважды. Дополнительные данные анализируются. Проведена коррекция вычислительных. Аж чувствуется, как напряглась мирожопа. Ну да, типа того. Так, это ж наш корабль вроде. Лама! Если это еще финал, мы еще часик, наверное, в Mass Effect поиграем. Может, два даже. Что? Что чавкаешь? Смрадные слюни. Кудлатые копытные. Узрите, вот очередной страж галактики. О чем он? Он покажет тебе каюту. Только свободных кают нет, пенёк. Нет, нет, нет! Эй, груз, отдай свое! Куда я дену свой ценный хлам? Хорошо, что мы в этом финале, а не в грустном. А много ли было грустно? О, не счесть. О. Прошу, пройди. Нет, ты давай. Нет нужды. Иди, иди. Нет, ты иди. Прошу, пройди. Пустое представление препятствует продвижению. По этой причине ты иди первый. Что ж, я преодолею путь в переднюю дверь. Лола, если бы я знала, что тут осталось полтора часа, я бы еще раньше бы, наверное, прошло. Кто же знал? Я думала, мне там часа три надо. Окчамп! Окчамп, получается, что, прошли игру, поздравляю. Мы справились. Что можно управлять? Нет, не нельзя. Перед нами все горизонты открыты. Это не конец? Очевидный вздор. Блин. Можем взять банк. Мы на мели. Эй, я не стану брать банк. Ну, вообще игра, в принципе, ну, вот так вот срезюмирую пока. Ты испортишь ребенка. Допустим, я пока еще не знаю, что будет продолжение. Но, в принципе, это в целом, игра хорошая, но боевка посос. Укачала золотой. В целом, игра интересная, мне понравилась. Но из-за боевки очень туго происходило, ну, все очень душновато. В общем, гальюн в хвосте, если нужно. Ну что, Мантис, вселенная в безопасности. Чем Магус. Займешься? Кто Магус? Кто такой Магус? Пожалуй, вернусь на Ламентис. Что значит Магус? Хотя, Магус. Говорят, земля хороша в это время года. Кто такой Магус? Или же рвану на контракцию. Кто такой Магус? А точно ли Контраксия завязала с этим обещанием? В любом Магус, случае, Магус. Ребенку там не место. Да сколько можно?
А, точно. Тебя а где аптечка? Могу он, наверное, сейчас вырвется, да? У нас, к прискорбию, нет аптечки. Да что ты говоришь? У нас есть аптечка. Изолента не считается. Ему бы просто... Сейчас падет. Да что-то будет. Не переживайте, со мной все ясно. Я чувствую себя... прекрасно. Да ладно вам. Есть! Вечность! Эй, эй, эй! Бля! Ну, вообще, ого! Вот вмять! А, ну вот теперь финал. Магус. А, да. Тот вариант, где золотого бога поглощает зло, и он так рвется уничтожить галактику. И, кажется, уничтожает. Такое чувство, что это букашка у меня в голове. Я в головах у вас всех. Так Магус не сможет подслушать ваш гениальный план. Какой именно? О, нет. Вы сами должны доведать. С ним мы судьбой будем. А мы все сдохнем. Моя финальная форма! Новая норма! Камень. Когда он нападал на нас с мамой, камень его отпугнул. Да, и я чуял его страх перед камнем. О, да! Древний камень! Из тех шести! Ничто другое не сможет удержать всемогущую душу Магуса. Хорошо. Значит, мы такие подойдем ближе и швырнем в него этот волшебный камень. Вот именно. Крошки, мошки, мерзкие блошки. Ку-ку, а я наверху. Мантик, как нам подманить Амбала? Не ленись. Перед новым идолом склонись. А что вы лучше всего умеете, стражи? Да какая там дружба? А это не намек на наше умение взбесить? Если кто и может гневить бога... Это мы. Это рэпчик. Да. Чувак-то рэпчик. Ну же, склонитесь и мной восхититесь. Кто более меня годится? Браво, браво! Ты аплодируешь ему? Я хлопаю иронически. Он знает, что иронически... О, привет, Инкогнито, мы почти игру прошли. Да, хлопайте всегда. Нет. Ты даешь лишь обман и ложные обещания. Ты хуже всех! Так почему вы хлопаете? Дразним крошки, тебя, мошки. И что? Оставайте. Сказал, склоните. Мять! Вы издеваетесь? Отойдите! Я все сделаю! Ники, нет! Уходи отсюда! Поверь мне! Да, все правильно! Вот так! Все в Ники! Живо! Я же говорила, что все сделаю. Ладно, это был просто отвал башки. Как ты? Без понятия. Просто сделала и все. Пока что у меня же нет. У меня есть определенный страх перед огромными большими бошками, ребят. Реально, как Devil May Cry 4, ребят, все повторяется. Сначала священник долбанутый, потом статуя долбанутая в финале. Как Devil May Cry 4, ребят. В следующий раз сам разбирайся.
На тот свет. Фрут! Ваш убит! Ой, еп. Да, есть. Потом поблагодари, Кирилл. Я думал, мне конец, чувак. Мистер Старк, я что-то не понимаю, что он делает. Екатерина тоже плачет над дропами. Да. Ну да. Бля, у меня что-то какие-то рыбы гиперактивные сейчас. Я, наверное, тоже чувствую, что я игру почти прошла и в шоке. Ну, по факту надо стрелять ему в руки, наверное. Реально какой-то страх перед большими мужиками у меня. Тик-ток. Он сказал тик-ток, ребят, он этот зумер. И морские, я тебе так скажу, у меня есть рыбы-клоуны, рыба-хирург. Еще они... Ветка-доктор. Морской ежик. За 6? Да не расстраиваемся с инкогнито, с кем не бывает. Давно я никого не нарезала. Я наслажусь этим. Ракета, подрывай! Клинки всегда кстати. О. Самый острый меч в галактике. Упрямый болван. Не тратьте время. Если бы он не создал для них вот эту поверхность, они бы не, ну, как бы, упали бы в космос и все. К нам не приближается. Чего ты ждешь, Квилл? Скажи что-нибудь бесячье. Да, разозли его своими неосмотрительными речами. Отбросьте вашу возню, вопиющую. Мне ничто не угроза и... Любовь, морковь, красная кровь. Я понял, что ты любишь стихи. Не могу поверить, что тебе удалось стать еще более невыносимым. Шлепа, растепа, метая кляпа. Косолапый! Вы меня раздражаете. Именно это и делаем. Битва, молитва, бритва. Ха-ха-ха. Это просто бессмыслица. Это бессмыслица. Как только мы тебя встретили, сразу поняли, что ты просто куча словесного поноса. Теперь еще и зарифмованного. Неблагодарные ничтожества. Да, кажется, мы его довели. Берегитесь, планета! Ники, готовы опять спасти наши задницы? Будь аккуратнее. Эй, это мне тут достались трудные способности, не забудь. Девчонка начинает мне нравиться все. Быстрее, стражи! Я если говорю, это все народ, всех! Я вам всех просто махаю! Живы. Ты молодец, дитя! Я знаю,
знаю, мы до него доберемся. Надо только продержаться еще немного. Раз-два! Вообще просто долбит. Чай летучку в руме должно быть получше. Я знаю, что нужно целиться, но эти клоуны подзуживают меня стрелять. Они выставляют меня на посмешище. Надо их заткнуть. Да они просто идиоты. Пытаются нас отвлечь, сбить с волны. Не знаю, как вы, а я сыт по горло. Хватит уже! Кто со мной? Сегодня имя мне разрушите! Да вообще хардкор какой-то, секир играю. Вашего здесь в Windows истекает в одно время. Срочно я думал, мне конец, чувак. Прости, что я назвала тебя невыносимым. Меня прости. Признаю, это твой наиважнейший. Ракета бомби! Рано или поздно все склонятся передо мной. Вся галактика склонится. Народ, с камнем что-то происходит. Настал ваш час, стражи. Подмани его, Квилл, иначе не попасть. О. Покоритесь мне. Сказал, покоритесь. Да брось. Ты же буквально помог нам спасти галактику. И вообще вспомни, сколько мы всего вместе пережили. И как это может его подманить? Питер, постарайся как следует. Я пытаюсь сказать, что ты все еще Адам Уорлок, а не злодей, который пытается уничтожить галактику. Вот тут ты ошибся. Уорлок лишь кок, из которого я появился. Стать магусом было ему суждено. Я создатель времен и планет. Я достойный правитель всех. Звучит не очень убедительно. Музон кайф. Я есть вопрос, и я его ответ. Так, все идет не по плану. О нет, это не так, где вы победите.
Мне кажется, это плохо. Надо его забать, типа, я... Ну чё, сидим, музыку слушаем, блин. Рано или поздно все склонятся передо мной. Вся галактика склонится. Народ, с камнем что-то происходит. Амазон. А это типа багануло, что ли, мне играли, что? А, у них всё. Покоритесь мне! Сказал, покоритесь! Да как можно быть таким тупым с такой огромной башкой? Мы никогда не сдаемся, без шуток! Ты нас что, плохо знаешь? Вот именно! Мы стражи галактики! У нас даже визитки есть! Мы скорее умрем, чем покоримся тебе! Вы Богу смеете перечить! Я могу вас изувечить. Ой, ты заткнись уже! Что ты сказала? Она сказала, что ты ее достал. Издевками ранишь мое. Ля, заруинила девка. Это все из-за того, что инкогнит написал, чтобы не заруинило. Я заруинила! Спасибо, инкогнито. Ну это как бы альтернативная реальность, что вы хотели. Зена, что это отсылка? Я есть. Это... Жить-то он будет, да, Мантис? Главное, он это осилил. Как и все вы. Не он должен был собой жертвовать. Мило. Нам заплатили. Еще нет, брат. Значит, все кончено? Окончательно? Ну, Магус пока заперт. Самая изменчивая сущность галактики снова узник камня души. Нам остается решить, что с ним делать. Продать. Уничтожить. У вас обоих так себе идеи.
Я есть Крут. Он хочет объединить обе идеи. Камень канет, куда и как. Дело держателя. Эй-эй-эй-эй-эй! Он хотел убить нас и съесть галактику! Сложно сдержать сию смертельную силу. Судьба Создателя — стать сторожем. Никто его не устережет. Мантис, шансы, что галактике конец, если мы возьмем камень. Высоки. А если Златовласке отдать? Невысоки. Ребенок разумен. Совершенно свободно страшная сила действительно дерзко делит душу. Приятели помогут. Ну так, на всякий пожарный. Шансы плохого развития событий, если мы толкнем камень. Предельно высоки. Лучший способ избавиться от Магуса навеки вечные — это совместные усилия. Знаешь, как только ты почувствуешь несварение, скажу, что первого числа сразу свяжусь. Ваш веселый вертеп делает доброе дело. Прошу прощения, поскольку хотел убить вас и съесть галактику. Прискорбно. Что говорить? И ты прости всю нашу команду за оскорбление в твой адрес. Смирять стоит скверный соблазн. Особой отваги. Это кошмар просто. Это кошмар. Ты слышишь, море так, так, что там творилось? Просто жесть. И она меня еще включила. Не, ну вот это вот кошмар. Кошмар. Ой, как страшно, Катя. Реально. Это очень страшно. Такой вот, знаешь? А. Ужас, реальный ужас. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Привет. Оп, это что это такое? Я орирую. И обладатель обязан обрушить. Он серьезно всегда так говорит? Грубо говоря, все супер. Да дело же, ты лучше это ей скажи. Нет, нет. Да, да, да. Ну? Вот теперь точно конец, ребят. Не, вот тут, конечно, музыка очень решает. Прям атмосферу задает игре. Да, теперь мы справились. Не, мне игра понравилась, кто бы что-то не говорил. Боевка, да, слабая, а в целом годно. За счет боевки может показаться, что игра немного затянута, но в целом... Да, даже не дропнула, ребят, даже не дропнула. А Дао, если что, я тоже не дропнула. Там осталось архидемона убить. Ну шо, шо? Я просто думаю, как бы мне это сделать. Можно найти пакетч с всеми DLC, перенести сейф, который Витя мне дал. Ну, через Origin, чтобы он еще раз подписку не покупал, а то мне уже реально неловко. Да, да, совершенно верно. Я ничего не дропаю, ребят, вообще ничего, никогда. Абсолютно никогда. Нет, я не дропаю. Я откладываю ненадолго.
Может, Дао я сегодня займусь. Блин, главное не заруинить ничего. Космо реально крутой. Я вообще животных люблю. Тут еще советская собака. Ну как тут не запасть? О, море, море. Все-таки музон. Не, мы правда были близки, конечно, к дропу в какой-то момент, но мы пересилили это. Я все не понимаю, что за женщина у Мэла там. Ну все какую-то женщину показывает. Понимает? То есть тебя подкинули, да, ее? Я правильно понимаю? Сильно засабли, как меня, лавина на Амуру. Ничего, правда, я посплю на душе. Ля. Это мерзко. Я видел, как грызун на нее мочился. Пусть в койоте Гамора спит. Чего бы? Это чел из комиксов. Хода про это говорил. Ты вообще ничего не понимаешь. Короче, я свою койоту не отдам. Конец дискуссии. Значит, иди обустрой еще одну спальню. И, возможно, ванную. И остальных убеди, что новый член команды — это чудно. Которому 12 лет. И тут тебе, вероятно, понадобится стать папашей. Эй, в чем дело, мужик? Ты же спас галактику. Дважды. Так что, очевидно, освоить новую роль определенно, пожалуй, будет как... Стать отцом, это же так здорово. Вообще бы ответил сущий кошмар. О, ладно. Как два пальца. Это ж игра. Брось. Тебе по плечу Рейкер и Магус. С 12-леткой как-нибудь справишься. Да. Да, да, да. Раздавай советы, проверяй уроки и добавь овощей в рацион. Вот же вмять. Где ты возьмешь овощи? Грут умелый садовод. А если у Грут вырастет овощи? А, да, есть смысл подойти и попросить его об этом. При условии, что все согласятся пойти на несколько незначительных жертв. Ты же насквозь их видишь. Да, в смысле, они действительно... О, так, у них есть чудные качества. Например, Дракс отважен и сам был отцом. Грут сердобольный и заботливый. Ракета, он научил бы ее всяким хитростям, а Гамора... Гамора. Ей знакомы честь и дисциплина, и... девчачьи дела. Да. Да, да. Если тебе одному со всем этим не справиться... А друзья зачем? Жизнь. А знаешь, Ники теперь с нами. Она в нашей семье.
А семья держится вместе, несмотря ни на что. И даже может импровизировать по ходу событий. Ха. Очуметь. Обалдеть. Питер Квилл! Мы решили отдать ребенку твою каюту. Ты спишь на кушетке. Кайф. Это единогласно. Стоп. Что? Ладно, потом. Что там с координатами? Все готово, ждем. Ну, Б, я не сказала бы, что бы он прям супер это. Ну. Мисс Каюта, да. Да я бы не сказала, что это просто, да, мы заложники этого первого образа Криса Пратта. Он классно отыграл, я согласна, но в целом, ну не знаю, не скажу, что прям этот Стар-Лорд плох. Такой просто чел. У Криса Пратта было бы слишком дорого, ребят. Наконец почувствовал, что Страж Галактики по-настоящему Дин и Звездный Лорд решил заняться вопросом имиджа команды. Он уже заказал новые визитки с крупной жирной надписью «Герой», выдвинул группу на ряд галактических наград, он даже задумался о смене прически. Звездный Лорд также попросил Ракету сохранить дыру, которую Ками прогрызла в стене его комнаты. Временами ему приходится бороться за одеяло с слюнявой храпящей представительницей вида «Галаксиус Омнипакус». Еще Космо торжественно выдал Звездному Лорду ключ от забвения и награду за помощь в борьбе с обещанием. В данный момент этот ключ подпирает холодильник, чтобы у него не открывалась дверца. Члены команды сдружились настолько, что Гамора решил устроить суровую боевую тренировку для всех. Это должно было помочь отряду сражаться как единое целое. По словам Звездного Лорда, лишь после 6 занятий они начали драться как ниндзя. Гамора без понятия, что это означает. В один прекрасный день Ракета установил в грузовом отсеке Милана меркурианский джакузи с гамма-подогревом. Он назвал его своим офисом и теперь устраивает там ежедневные командные совещания. Напитками он делится, но полотенца все приносят свои. Ракет также внес новый пункт в свой контракт. Теперь его нельзя швырять, не заручившись его явно выраженным согласием. Чтобы вековечить память о единстве и доблести команды, Дракс предложил нанести катартианские татуировки на тела всех ее членов. Грут немедленно взлечил свои, но говорит, что все еще чувствует их внутри себя, а у остального отряда еще долго болели ягодицы. Грут решил почаще общаться с остальной командой и попросил Ракету научить всех языку Грут. Идея, впрочем, провалилась, потому что остальные просто повторяли одни и те же три слова. Теперь Звездный Лорд пытается научить Грута нескольким символам из языка жестов, которые он посмотрел в кино. Иногда Грут умолкает и притворяется, что все еще Грут двойник. Это каждый раз заставляет команду паниковать. Грут наконец убедил Звездного Лорда попробовать Грут-чай. На следующий день на лбу Звездного Лорда выросла ветка. Посетив собравшую 1000 участников памятную службу в честь Карел, Ники с гордостью продемонстрировала свои сверкающие волосы обвинителям Кри и сказала им, куда они могут засунуть свои молоты. Она решила жить у стражей часть и теперь частенько зовет Звездного Лорда папой, каждый раз смущая его. Ками начала активно линять, ее шерсть оказалась весьма мягкой и приятной. Стражи стали продавать ее на черном рынке за весьма неплохой барыш. А Дракс даже стал вязать из шерсти Ками варежки для своей команды. Убедившись, что ей удалось выполнить как минимум одно из многочисленных обязательств Небесной Мадонны, Мантис решила заняться другими завершенными делами, но совершенно в них запуталась. В последний раз ее видели, когда она давала совет раздраженной королеве чудовищ. Адам Уорлок стал известен как тот, кто остановил продвижение церкви Вселенской Истины. Когда ему надоело почивать на лаврах, он снова стал целителем и стал путешествовать по всей галактике, помогая тем, кто попал под влияние обещания вернуться назад к реальности.
Космо остается лучшим мальчиком. Да? Mass Effect, ребят. Ну да, получается, что все.